государственная, гражданская инициатива. Встать в ряды полка может каждый гражданин. Сегодня, без сомнения, великий праздник. 9 мая 2015 год. Это шествие посвящено всем тем, кто участвовал в Великой Отечественной войне. Кто-то вернулся, кто-то не вернулся. Сегодня мы празднуем великую победу. 70 лет победы над фашизмом. От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещан одним. Мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат фотографий увядших глядя, этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть. Победы в Великой Отечественной войне. Поздравляем всю Россию с этим великим праздником. Ура! 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 Mm-hmm. Mm-hmm.